100% там перформанс. Перформанс? Вот что тогда? Ой, я бы тогда, не знаю, удалил вов. Дальнего потянешь? Да, особенно на кроссе. Да кросс, ну, не. Не для протвара. Там же лоб надо. Маме не доверяешь? Я в руте. Все норм. Вжиматься не забудьте на лоу хп. Я тоже что-нибудь возьму интересного. Наверное. Войды. Вот Прия, у тебя откатился блок щитом, а ты его уже 2 секунды не юзаешь. Вот поэтому ты и умер, блядь. Сука, как я вчера... Охуеть, Прия. Посмеялся. Не ожидал я тебя, что ты, конечно, от таких вещей умирать. Ну, прикинь. Я, в принципе, не удивлен. Я ж фитнес-тренер. Ебать, ебать. Кливеров убейте. Ага. Продлю. Продлил. Там, блядь, 0.5 уже стан. Ну, типа, диминишинг. Блядь, прыгнуть за мобами надо. Ну, они чешут к нам. Они классные, они потешные. В катакомбах они лицо ломают. А так они, да, милые в основном. В КЧЛ не очень. Поехали. Угу, прикровалом. КЧЛ, да, там не милый. Но... Прикровалом они как встанут в эту кровь. И еще у них баф в виде иконки крови. И сидишь думаешь, а кровь это? Или нет? Продлю. Косты скоро. Косты. Череп будет кастовать. Кливер живой до сих пор. Мне пизда. Вы-то хоть от кливера не ловите. Я его, конечно, да, бля, кручу, верчу, вожу, но все же. Я его, конечно, прям ровно у вас поворачиваю. Но вы, парни, не ловите, постарайтесь. Пожалуйста, да, типа, бля. Надо это, ну, киберспорт. Меня, говорит, за такие слова из дома выгоняют. Ну, пацаны. За какие? Ну, ты-то да инстанет. За то, что ты закрыл 21-ю дробу. 3, 2, 1, го, инстагера. Го-г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 о. Нихуя не инстаблогер. Чё-то поздновато чуть-чуть, да. Ну ладно. Я, кстати, не знаю, что у нас, какой прок сегодня в плане каземат. Там просто сложная тактика, нужно обязательно куснуть босса за волка на удачу. За жопу? Дамагерская, норм. Уже хорошо. Ну, с этой хуйней нам повезло. Но я бы хотел, чтобы нам повезло на втором боссе. Давайте, Шай, бегай. Шай и Орк. Та, ша. Под конец дать кик, суши, хорошо? Да, только не кик. Под конец коста. Ну да, да, да. Типа, блядь. Я знаю, блядь, как я. Понимаешь, почему я вначале даю кики? Потому что их кто-то по-любому, блядь, кикнет раньше меня. Ну да. Бояться, сычи, блядь. Блядь, сычи заебали уже. Как дать под пизду, так по-другому бегаем, будут бегаем. Воспринимать. Побегал. Охуенные милишники, вы что творите-то, ну? Масс-рез дашь? Ну, сори, 15-15. Да, дайте масс-баттл-рез, понятно. Масс-баттл-рез. Тотем поставьте. Бля, прикинь, был бы масс-баттл-рез.
Ну, ебать. Из боя выходишь, масса резко стоит жизни. Угу. О, кинжалик крутится. А если я встал в него? Макс, жди людей. Да, я жду. Ты идешь слева. 3, 2, 1. Го. Людей, я могу бледей даже подождать. Помогите, помогите. Ну все, вроде я переагрил. Развлекайтесь с этим трэшем. Я бегу. Ты чё, умер? Да, милишники, блядь. Ты чё, блядь, сами живите? 6 милишных ударов, последние на 2 миллиона. От бесов? А не знаю, чей последний был. Хилить рано начал. А нет, мать ударила в конце. Ебануться. А просто с Нагловки ничему не удивляйся, при любит практиковать тактику без игры танчика. Да, я умею. Так у меня получается, что самое интересное. Да, так вот, получается, потом, что аж трупы летят. Потом, понимаешь, то, что ты, блядь, без скитиша умираешь, блядь, от игры, и пойдешь на скитиш с танком, ты просто в ахуе от этого. Я классный, помни это. Поесть кто умирал? О, лифт. Это Т тайминги. К киберспорт. П прия. С суши. Здравствуйте, норм. Сколько Сангоку лет? 10. Кстати, 3, 2, 1, го. Слушай, а мне сколько годиков? Блять, тебе-то хуй знает, худой, ты там, блять, вообще молокосос. Я тебя как в ебу, ты мои ручище видел? Ну вот и все, нахуй, ты вот уже сразу замолчал. Давай подойти, покажи, да? Ну, блять. Я на массе. Нахуяся. Уходит. Чё это? Могу. Могу, ну, могу. Короче, могу. Ближайшего блядь. Тянешь. А, блядь, тащу сразу. В том сете дамажу ещё, пиздец. Ну ладно, понятно. Идите пожить. Отвали подальше, уже можно, отвали. Я в дезоренте. Неплохо. Еще дрэш. А нет, там нормально, нормально. Еще, ебать, кричит, ага. Че, хочешь пулю? Сам убивать будешь, что ли? Окей. А где ревентр, я не вижу. Он снизу. Он улетел. Так, надо что-то делать с тем могу. Он как-то делает, когда мы с тем еще. Вулкан ловит. Да-да-да, что-то я, блядь, вулкан словил. Это орки. Я собью варлока, собью варлока. Я тащу техника. Да-да-да, техника ты... Стоим, а, стоим за... Блядь. Пашу техника. Я собью сицами. Пока просто пиарю. Сбил, сбил, сбил. Страж кливает же, да? Страж станет еще по вулкану. И чаржится, блять. Но я его стараюсь ювелирно аккуратно держать. Все, видишь, Крия? Большой моб пропал, который с первой хочу. Рели? Да. В смысле, вон он стоит. Уже... Он стоит, Том. А, ну он. Блять, я встань. Что у меня с FPS-ом хуйня какая-то. Ну, потому что, наверное, много мобов здесь в одной точке. Вулканы, вся хуйня. Не знаю. Да, я что-то на таком расслабоне играю, даже с сетом не переиграю, нихуя не играл просто. Так так и надо играть. Я так вот робу вчера и танчил. Ну это понятно, хули, блядь. Худой ты, блядь, только так и можешь играть.
Да и мои ручищи видел? А присак мой, он, блядь, хлещ твоего. Присак, блядь, я там даже приставил присак, нахуй. Там кубики. В Майнкрафт играл хоть раз? Ну, такие же, блядь. Станет. Сука, пиздит меня. Прикинь. Больно при том. Ну я ее сейчас нахуй прессом своим затанчу. Смотри, как танчу. О, парирование, парирование. Парирование, ебать. Парирование. Фишку промочу, хорошо. Я нихуя тебя не понял. Че хочешь? Я нихуя не понял. Фишка, фишка, все, поняли, поняли. Семь. А. Окей. Фишка, блядь, не 7. Я думал, пятерочка. Забудил. Сунгок, ты бы так не шутил, конечно, стоя здесь. Ты курсишь, что лужа будет спавниться под нами, блядь, как сейчас это произошло? Ты, бринже, стой и хиль, блядь. Ты не должен в хильбоксе босса стать вообще. Ну чё, я типа первые две пошел крутить. Линзу убейте. Чё вы там, чё-то вы потерялись, мне кажется, чуть-чуть. И последние три крутите. Все, отлично. Сейчас он бокс таймер нажать. Мы хитбокс снимем. Ой, пацаны, касательно ваших ключей, типа я бы не отказался от кого-нибудь 15-го легкого ключа с целью закрыть на своем паладине. Объясни, что такое хитбокс? Как бы тебе сказать? Это зона атаки моба. Это тот кружок, в котором ты можешь... Тот радиус, в котором ты можешь дамагать цель. Мили-атаками. Кстати, Селин, ты вот так ловишь, что ты должен прямо внутри стоять, босс. Бля, вайда в нас. Вывожу. Блядь. Босс еще сука медленнее кастующий. Как вы заебали, все пятером у босса стоять, парни. Мы классные. Помни это. Ладно, ревендер самый мобильный класс в игре. Да, ревендер наберешь. Я тебе там помощь скину. Звони, если что. Типа. Типа, хитбокс у каких-то боссов больше. Гришаня, если бы буста вчера бы затащил нам 21-ю дробу. Ебать, он классный, я думаю, да. Ну, кинг буст все-таки. Ну и да. Ревендер там что-то набирает. Да, сидел ел, блядь, какой ты ревендер все-таки. Короче, сложно, я просто сегодня глянул видос, как Нюрс объясняет, что такое хитбокс, пиздец, орал в голос. Ну да, кстати. Ну давай, уже выпили потли, блядь, поехали, фишка. Крутитесь, я тоже видел этот видос. У нас будет крутить я. Никто. Да я видел этот видос. А его объяснение хитбокса. Там у него модель Дарт Вейдера классная. А, ты Геру еще тут дал? Я тут смотрю, что-то у меня нормально так все кастуется. Типа и проки есть, и, блядь, и там. А так и быстро. Вот, Ревендер, видите, как все красиво делает. Ну, научено, блядь, страшно много. Да хули вы там, блядь, свои 20-е казематы ходили, в жопку подолбились, и теперь это ясно дело вам тут по кайфу. Адов. Да они кливые. Блядь, на мне 3. Мне 3 стака ебаных. А как ты их словил-то? А никак, блядь, босс рядом с лужами стоит. Как думаешь, как они... О, сука, блядь, танк уёбок, да, нахуй? Жёсткий, блядь, по гайдам тут так по танкам, не понял.
блять, вот нахуй таких танков, сука, на помойку, блять. Не, вот в этом инсте тебя и в кости реально на помойку можно было выбросить. Спасибо огромное. Самый бесполезный кост. Иди в пизду! Ну все потому, что у меня блок щитом откадешился, а я его не жму просто. Потому что ты, блядь, худой я фитнес-тренер. И чё, блядь? Арфан, помойка. Ты завидуешь, что ли? по гайду, чарджис. Да ну тебя нахуй, ты уже, блядь, упрыгал. Я думал, по волосам, таки не получилось по волосам. Типа в понимании хитбокс это то, чем на самом деле является босс-моб, типа на самом боссе. А, на самом деле босс сраный параллелепипед. Что? Ну, все верно. Почему называется хитбокс? Да. Хит удар, босс коробочка. То есть сам босс представляет себе такую коробочку, а не маленькую. Поэтому мы типа... 3, 2, 1, поехали. Короче, босс это коробочка, блять. Я вот что-то понял. Это единственное, что я понял из всего текста Ривендера, да. Ну он лагал ее чуть-чуть. Видом. Ох, сейчас проведу его. Давайте надо удалить, чтобы быть вместе сильным. Нет. Бам, нахуй. Не, Тесарин слабый. Я, говорит, полежу, поваляюсь, говорит. Вставай, беги. Пока, суши. Пока. Пиши, звони. Там паучков убей пока. О, привет, суши! Пока. Пока. Но он это, маг-иллюзионист, знаете. О, привет, суши. А чё, паучки ж вы ещё? Ну, чё ты. Слахер, блять, у нас ДХ. С вами, парни, не доедем. Ну ладно. Нужен был целебный пиздюль, чтобы ускорить мувспид. Он еще выше может уйти? Что это за хуйня была? По лифту поднимется. Ну. Не, ну ты видел. Пиздец. О, два пака пауков, го? Давай, накрутка. Накрутка, блять. Рот ебал на крутчиков на Твиче, идите в пизду. Вот меня сейчас оттолкнет в стену. Вот, видишь, да, на мне печенька. Но моб уже спулился. Мы типа духа жильем или пауков? Типа нам добить пауков. Окей, но не на мне. Ебать. Вот сейчас повернись к стенке, вот сюда, в камень, блядь, встань. Вот, а, вот, так вот. Ты об этой, что ли? Блядь, какой ты ЛС. Сейчас нахуй, слушай, где ты там живешь, скажи мне? В Тюмени. О, так это относительно близко. У меня, кстати, в Тюмени есть человечек один. Он тоже фитнес-тренер. Блядь, фитнес-тренер. Вот, ну нормально. Он за рестаршам хуярит. Убиваем. Я бегу. Запускай босс. Го? По черепу. Ну типа да, тут я могу стенку развернуться, но шипы славлю. Такое себе. Че, она так и будет тянуть? Ну окей. Берите глазик. Или что там? Как его бахать? Ну-ка. Ага. То есть на кирпичик. И что дальше? И все. Сейчас возьму второй. 10 секунд. Фишка сейчас будет. Давай, фишку. Деру сразу, дайте только под фишку. КД. Я не возил. КД, сайт. 5, 4, 3, 2, 1, го. А где птичка? Забыл.
Кинжалик. Парни, кто свет скинул? Я скинул. А что, тебя стан что ли положило? Не, да. Ебать. Нам тогда надо было вдвоем выкидывать, чтобы стан не получить. Нет, типа, просто тебе не надо было выбрать. А, ну вот вся, блядь, она багается, исчезает и пизда. Ну да, да. Ну это при, сори, блядь, по гайдам проходит. Я классный. И чё? Подожди, блядь. И нормально проходим суши, между прочим. Ну, успешно, блядь. Мы же успешные люди. Да, 18-й класс мы успешно прошли. И чё, блядь? Ну да, на 2 сундука. И 19-й на 2. Видос есть на YouTube-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Чекайте группу ВК, парни. Прия.ком, нахуй. Прия.ком. Патреон или чё? Как это называется? Угу. Patreon.com, там. Ай, блядь. Патреон, нахуй. Патриот. Тихо, не рискуем. Да нормально все. Сейчас оббежим. Не, просто я это обычно рисковый игрок, я прям в эту щель пролажу, понимаешь. Я, говорит, щель могу пролазить. Щель пролазишь. Если вы понимаете, о чем это. Летит килджен. Гениально. Сокрамся. Или я уж думал, ревендер словит, думаю, ну. О, как хорошо. Чё, 20-й прокнуло, рассказывай. А мне ничего не хочет падать, кроме любопытных монет. Вообще ничего. Хорошие плечики. Хорошие. Но. Очень. Но у меня сет-бонус. Ай. Чё, у Троба 20-го? Не-не-не, логово Нелтариона. Блять, ну погнали, мы там еще не были, я хуй знаю. Кстати, да, логово 15-е максимум. Новое ощущение, да? Ну там сейчас будет ощущение. Там, смотрите, первый босс самых жестких пиздюлей дает, самых серьезных. Типа мобов надо убивать. Да. Маленьких вот этих. И там... Пелтеры.